что здесь вообще? Надо вот в том числе отдать, я защищаю, да. Да, да, и все. Ну, да, и что? Что-то уже, наверное, ничего. Ну, там надо было по-другому играть. Не конь E4, надо было девушка нем куда-то отходить. Потому что вроде это, ну, ферзи все лишь на одну пешку. Да, но, у нас ничья, да. Но при этом я как-то так держу поля, что шахов нет. Да, получается, что здесь шахов вообще нет, вот здесь это да. Проходная, здесь такая и сюда пешка. Тоже нельзя лезть. Да, и может, такие... надо было как-то вот эти пешки пытаться продвинуть. Mm-hmm. Но хотя они тоже вроде не двигались, потому что у них ферзи. Ну да, я только себя разговариваю. В общем, да, здесь получалось, что, ну, просто мне ничего другого тоже не было. Может быть, вам нужно было, знаете, не слоном бить здесь, а сразу один бить, кстати, типа попытаться наоборот самому на атаку полинитэ сыграть. Ну, вот это, значит, я бью, да, типа в две пешки, они держат три, вот в чем прикол. Ну да, я просто не знаю, что там здесь. Ну просто да, вот это положение пешек. Но все равно, да, так не просто получается провести. Вот это вот, это, в принципе, удачно было то, что я поднимал. Да, а 4 это было неплохо, да, было хорошо. Да, и здесь ферзь все-таки уже как бы, ну здесь он... Я уже в какой-то момент подумал, что я потеряю эту пешку на 3. Нет, а я тоже все подумал. Просто здесь-то ферзь прямо в центре все лежал, а там уже как бы... А там уже проходная, которая еще и шахом пройдет. Потому что если у меня пройдет шаг не у вас пройдет на шахом. А на другой стороне есть вот ферзь, вот так стоял, держал пешку и двигал бы вот это. Да. Ну как-то вы попытались бы ферзь бассейн, C6, ферзь C7. Ну там уже позже ферзь на C5. Ну да, потому что там еще можно было нападать на эту пешку. Ну да, вот. А так вообще, да, если бы у меня был ход C1, то все было бы за. Я в центре еще пешку это потерял, в итоге все потерял. Да, там надо было конем, наверное, не на E4 отходить. Хотя, если отойти, я все равно потерял. Просто там уже в центре такая... Заварушка была. Да, что у меня уже, ну, слабо было там. Сюда все получалось. Надо было, может, не ладья на C8 сыграть, а ладья на B8, чтобы ладья защищала слона. А не коня, а слона, да? Ну, да. Хотя, не знаю.